Всем доброе время суток. Хочу показать, как вот из такой стрёмненькой баночки, найденной на том же балконе, на котором я делала уборку. Но она целая, просто уже некрасивая. Я, наверное, Плюшкин. Мне жалко все это расстаться с такими целыми вещами. Показывать смысла нет. Процессом все то же самое: помыть, обезжирить, покрыть акриловой краской и наклеиваешь салфеточку, и все, и получается еще одна новая вещь, пригодная для использования. Так что прежде чем что-то выбросить, посмотрите, покрутите, что из него можно сделать, и дайте вторую жизнь старым вещам. Погода у нас сейчас стоит холодная. На даче практически делать нечего. И вот я, вдохновленная видео Светланы, канал Хобби Маркет. Она показывает там шикарные изделия комбинирования салфетки с накладными клубничками. Мне очень понравилась сеточка. Если смотришь, я сделала эту баночку под впечатлением от твоих клубничек. И я, ну я, у меня нет ни салфеток таких, ни клубничек я не могу пока делать. Но я показывала, что у меня вот есть такой виноград, который я заготовила делать зеркало. И вот такие салфетки из фикс-прайсов с изображением винограда. И я решила попробовать сделать так же, как ты сделала. И сделала вот такую баночку из старой банки. Тоже наклеила салфетки и приклеила виноград сюда и на крышечку. У меня был тоже неудачный листочек, такой плоский получился. И он как раз сюда пригодился. И разрисовала, чтобы было похоже на основной рисунок салфетки. Как-то не очень видно на камеру. Но на самом деле это смотрится неплохо. Не знаю, если, Свет, ты меня смотришь, скажи, понравится, не понравится. Как тебе моя работа? Вот это лицевая сторона. Остальные стороны тоже просто салфетками оклеила. Я не покрывала акриловым лаком. Мне он перестал нравиться, потому что берешь и какое-то ощущение липкости. Я покрывала какой-то 740... Не помню, какой лак. Но я показывала, что я, когда я покупала его. Вот такая получилась баночка. Не знаю еще, куда я буду ее использовать. Ну, конечно, не для сыпучих. Может, так что-нибудь хранить, какие-нибудь безделушки. В общем, вот такая получилась у меня работа. Кому понравилось, напишите, если вам понравилось. Мне, честно говоря, очень понравилась такая техника. Если мне удастся купить какие-нибудь такие еще салфетки, еще, ну, что я смогу совместить, я буду продолжать такие работы делать. Просто я не художник, и у меня... С трудом я подобрала, конечно, вот эти все краски, чтобы было на это похоже. Здесь у меня задействованы и акриловые краски, и гуашь. Я наносила, потом размазывала, совмещала, мешала, перемешивала. Ну, в общем, балдела. Ну, все, на этом всем мира и добра, хорошей погоды. И пока-пока.